В Ленске тоже готовится к 18 марта. Там день выборов будет сопровождаться в том числе и культурно-массовыми мероприятиями. Будут организованы концерты, выставки, ярмарки, пройдут и спортивные соревнования в школах города, а также квесты старшеклассников с родителями по профориентации. Светлана Балеева продолжит тему. Районным управлением образования в этот день организована большая программа. В рамках проекта «Моя школа» во всех образовательных учреждениях района пройдут различные мероприятия. Начиная от открытых дверей для будущих первоклассников и их родителей, это выставки прикладного искусства, это мастер-классы, это профессиональное тестирование, творческие отчеты, концерты, конкурсы, викторины. В Доме культуры «Юность» пройдет большой концерт с участием творческих коллективов. В Доме народного творчества в этот день с 11 часов утра и до 4 часов дня будет работать мобильный центр здоровья. В рамках акции «Здоровье ленчан» все желающие могут обратиться к специалистам центра, измерить артериальное давление и уровень сахара в крови. Будет обследование на аппаратно-программном комплексе. Это компьютерное исследование сердца, исследование артериального давления. Так, обследование уровня углекислого газа в крови и выдыхаемом воздухе. Все обследование будет проводиться бесплатно. При себе нужно только иметь паспорт, пенсионное удостоверение и медицинский полис. В течение дня будет проходить фотоконкурс «Якутия выбирает». За самые креативные фотографии Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск.